Спорт у любое надворье. Першая крытая пляцовка с уличными тренажерами з'явилась у Чашниках. 10 простых и надейных тренажеров радуют жыхароў одного из молодых микрорайонов райцентра. Як у бюджете знайшли сродки и ці готовы местечы принять удел у финансовании подобных пляцовок? О материале Юлии Устиновой. Крытая пляцовка с уличными тренажерами з'явилася у Чашниках крыху больше за тыдень тому и одразу ж стала любимым местом отпочинку не только мясцовой дятвы, а и дорослых. Артем Рыбзую профессийно занимается легкой атлетикой, а вольный час бавить сябрами на новой пляцовце с тренажерами. Получается, прихожу, сам тренируюсь, в училище Олимпийского резерва, да, сам занимаюсь. А так прихожу, конечно, сделали хорошо, пару тренажерок есть, для чего позаниматься, как бы. Отлично, мне тоже нравится. Хорошо, под крышей и дождь ничего не мешает. Уличные тренажеры – добрый шанс долучиться до спорта для тех, кто ранее с физкультурой не сябровал и специально у залу займаться не пошел бы. Мясцовые девчата и хлопцы с азартом тестируют новый спорт-инвентар. Кажут, у первые дни до тренажеров навод выстроивались черги. У меня есть старший брат, ему 17 лет. Каждый раз мы приходим на эту площадку и занимаемся. Первый день тут было очень много людей, и надо было ждать, пока освободятся тренажеры. На каникулах мы целыми днями тут. Протестировал спортивные снаряды и попробовал уласные силы и старшиня Шашницкого райвыконкама Леонид Пляшко. До речи, обсталевать такую пляцовку – его идея. Ребятам заняться нечем было. И вот сейчас каждый час приходишь или проезжаешь мимо этой площадочки, там 20-30 и с мамочками, и без мамочек, и уже и взрослые. Чуть позже, когда малыши уходят спать, уже появляются более взрослые ребята, которые физически занимаются на этих тренажерах. У гэтым молодым микрорайоне Чашников у 5 павярхоўках у основном живут молодые шматдетные семьи. Побач дитячий садок и школа. Спортивную пляцовку побудовала мясцовая жилево-коммунальная господарка. Набыли 10 силовых тренажеров. Объект обошелся у 12 тысяч рублей. Площадка очень удобная, идеально для занятий спортом. Развивает практически все группы мышц. Плечевые, мышцы ног, рук. То есть практически все группы мышц задействованы при занятии на этих тренажерах. Простая, надежная и безопасная. Первая у Чашниках пляцовка с тренажерами недолго будет одиной. Махчима уже у вересни. З'явится еще одна. Подобная – це пляцовка для воркаута. Юлия Устинова, Леонид Табола. Новини Чашники.